На профессиональной кухне кипяток необходим для множества технологических процессов. Поэтому оборудование, способное быстро нагреть большое количество воды, актуально для любого заведения общественного питания. Электрический кипятильник Acne 100, разработанный предприятием Atesi, рассчитан на непрерывное производство кипятка, который может применяться как для варки всевозможных первых и вторых блюд, так и приготовления горячих напитков, а также проведения других важных процедур, например, стерилизации посуды и кухонной утвари. Кипятильник Acne 100 имеет прямоугольный корпус, изготовленный из пищевой нержавеющей стали, как и все прочие элементы, контактирующие с нагреваемой водой. Вода поступает внутрь непосредственно из водопровода, к которому подключается устройство, обеспечивая непрерывность процесса кипячения. Конструкция обладает высокой надежностью, она легко разбирается для периодической очистки от накипи или ремонта. Емкость резервуара для кипячения составляет 4 литра. Нагрев производится тремя электрическими тенами, общая мощность которых составляет 12 кВт. Нагретая до температуры кипения вода поступает в специальный 2-литровый сборник. Для ее слива используется металлический кран с удобной ненагревающейся ручкой. Долив воды происходит автоматически. Встроенные датчики активируют или дезактивируют электромагнитный клапан, контролирующий соединение с водопроводом. Аналогичным образом отслеживается уровень воды в 2-литровом сборнике для кипятка. Когда он заполняется, тены отключаются и процесс кипячения приостанавливается. Кипятильник-фонтан сконструирован таким образом, что в случае выхода из строя управляющей платы не произойдет смешивание готового к раздаче кипятка с сырой водой. Она просто будет автоматически сливаться в канализационную систему. Это особенно важно с точки зрения микробиологической безопасности пищевого производства. Чтобы начать работу с кипятильником Acne 100, нужно подключить его к водопроводу и промышленной электрической сети с напряжением 380 вольт. Не следует также забывать об обязательном заземлении прибора. При активации кнопки «Сеть» процесс кипячения начнется автоматически, после того, как датчик покажет, что тены в резервуаре полностью залиты водой. При этом на корпусе загорится зеленая лампа нагрев. Примерное время, за которое вода нагревается до кипения, составляет 3 минуты. Таким образом, прибор способен вскипятить порядка 100 литров в течение часа. Такого объема вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребность большинства заведений общественного питания. Acne 100 оснащен резиновыми ножками и может быть установлен на любом несгораемом нейтральном оборудовании. При этом следует располагать его на расстоянии не менее полуметра от легко воспламеняющихся объектов. Однако для более комфортной и безопасной работы с кипятильником рекомендуется размещать его на специально разработанной подставке ПК-5 высотой 870 мм. С электрокипятильником Acne 100 от компании Atesi ваше заведение забудет о проблемах, связанных с нагревом воды. Это недорогой экономичный прибор, который поможет вам быстро приготовить различные блюда и напитки, а также обеспечит прочие нужды вашей кухни в кипятке.